Доброго времени суток, очередная бандероль с Китая. Сейчас, как видим, здесь что-то у нас скрывалось и добавлялась вот такая вот бумажка с треком. Это посылка с сайта GearBest. Сейчас у них появилась новая возможность отправки по Украине посылок, это с помощью новой почты. Дается вот такой вот трек. Вот видим вверху LM. Но когда они начали с помощью данной службы отправлять, здесь вот видите, он был скрыт, эта посылка вскрывалась, 100% вскрывалась. Здесь распечатано и здесь также распечатано. Возможно, это делал продавец, вернее сайт GearBest. Но мне кажется, что это делали на таможне. Планшет куб. Сам планшет. Я уже и не помню, модель какая это. Куб iWork 8. Цену, по которой данный планшет покупался, я уже и не вспомню. Так вот, по поводу... Так, здесь сразу идет выбор операционной системы. Давайте в Android загрузим. И у нас здесь в комплекте идет кабель синхронизации с компьютером. Зарядного нет. И кабель OTG. Книжечки. Карточка. В общем, больше ничего нет. Посмотрим, он идет, интересно, с зарядным или без зарядного. Так почему-то в винду загрузились. Ну, в принципе, что-то работает там. В принципе, все работает. Так вот, что я хотел сказать по поводу... Так, давайте посмотрим. Ну, в принципе, тут смотреть уже и нечего. Что я хотел сказать по поводу данной службы доставки. Многие посылки сейчас отправлены с сайта GearBest с помощью данной службы доставки, и многие посылки просто-напросто зависли на таможне. Висят неподвижно. Вот этот планшет был заказан чуть позже тех 4 посылок, которые у меня зависли. Он пришел, а те посылки еще висят. С 12 числа они в сортировочном центре. В общем, радость была недолгой. Думалось, будет доставлено быстро и без проблем. Но, как видим, и с этой службой доставки проблемы. На новую почту звонишь, они все отнекиваются и отнекиваются. Ну, будем надеяться, что-то изменится. Так, кубы iWork 8, сайт GearBest. Ссылку приложу в описании, кому интересно, заказываем. На этом все, всем спасибо, всем пока.